Приветствую всех на своем канале. Сегодня, значит, у нас появился вот такая вот сварочная маска, значит, щиток со светофильтром 3М10В 101-101 дробь 101-102. Вот такая вот коробка у нас запечатанная. Так, здесь у нас тоже какая-то здесь вот эмблема, штрих-код мы видим, да, ну, в принципе, тоже данные мы видим тут на английском. И давайте сейчас мы вскроем, посмотрим, что у нас внутри. Я вот возьму сейчас ножницы, и мы будем смотреть, что у нас за маска, что у нас тут в коробке, как говорится. Вот мы открыли одну сторону, и давайте сейчас будем потихоньку открывать другую сторону. Почти мы сейчас уже открыли, немножко неудобно мне резать, ну вот, и по центру сейчас все удачно будет. Это супер маска, уже я работал в такой маске, в принципе, хорошая светочувствительность. Ну вот, решил вот заказать запасную, такой вот будет у меня на запас. Так, давай. И вот нам удалось открыть коробку, все-таки мы сумели раскрыть, обрезать скотч. И вот такая вот у нас Industry Proven Q-Lepti какие-то. Так, здесь у нас тоже видно коробка. Коробка, да? Вот так она у нас выезжает красиво. И, у нас, как сказать, вторая часть. Как говорится, два в одном. Коробка в коробке. И здесь такая вот красивая у нас упаковка, да, вот так вот она выглядит. И сейчас мы откроем, да, посмотрим, что у нас тут есть. И вот у нас тут маска, такая вот у нас маска здесь. Пожалуйста, господа, так вот она выглядит. Тут тоже вот 3M написано, и здесь вот красными такими буквами тоже написано 3M. Но снутри у нас здесь скотчем, значит, а нет, самоклейкой такой заклеено стекло. Здесь вот такая вот индикация у нас. Я еще не совсем разобрался, но смысл в том, что я просто нажимаю на 10 и на минус, и загорается. У нас начинает гореть зелененьким какое-то время, значит, маска заработала. И можно ее одевать на голову и варить. Так что, друзья, вот такая вот у нас маска. Вот так вот она выглядит. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Так. Что хочу я еще сказать, дополнить. Я вот здесь открыл. Здесь еще и у нас есть такая вот книжечка, да?
такая вот книжечка, это инструкция, как пользоваться маской, да? Сейчас мы ее немножко посмотрим. Пока вот у нас идет на английском. Так, так, так. Если у нас русский язык, сейчас мы глянем, да? Так. Португалия, Испания, Англия, Словения, да? Я вот сейчас смотрю. Ага, вот Россия. Русский есть. Русский есть. Страница какая не сказана, да? Ну, то есть есть инструкции на русском, так что все нормально. Приобретайте маску. Пользуйтесь. Всего доброго.